На данный момент двое пациентов переведены уже в ожоговое отделение в состояниях средней степени тяжести. Один пациент остается в ожоговой реанимации. Еще один пострадавший находится в другом лечебном учреждении города Минска. Сегодня была осуществлена выездная консультация. При стабилизации его состояния планируется перевод для дальнейшего лечения в ожоговом отделении. У него около 6% повреждения поверхности тела, у других пациентов меньше. Все четверо пострадавших находятся в сознании. Мы планируем пациентов, у которых средняя степень тяжести, наблюдение в течение недели. Если им не понадобится оперативное лечение, перевод на амбулаторное лечение, те, кто находится в тяжелом состоянии, будут оставаться для оперативного лечения в нашей больнице.